Пандемия коронавируса не прошла мимо моих коллег, друзей, близких. Только своевременное обращение к врачам и преданность делу всех сотрудников Московской 52-й больницы спасли моего папу. Специалисты говорят, вакцина от коронавируса как минимум облегчает течение болезни, как максимум предотвращает само заражение. Но главное, как мне кажется, она помогает спастись от нервозности, от боязни за себя и за родных. Пройдите обследование. Если нет противопоказаний, сделайте прививку от коронавируса. Нам всем пора возвращаться к обычной, нормальной жизни. Берегите себя и своих близких.